Последнее время нас упрекают в том, что мы слишком много внимания уделяем городу Сибаю, совсем забыли про родную Уфу. И вот сегодня поговорим про уфимские проблемы. К нам обратились родители детей, которых водят в детские сады Уфы, с одной необычной, неожиданной проблемой, по крайней мере, неожиданной для тех, кто с этим не сталкивается, а именно с проблемой устройства системы стирки белья в детских садах города Уфы. Чтобы стало понятно, в чем, собственно, заключается эта проблема, я объясню, как это происходило раньше, как происходит сейчас и как, возможно, будет происходить в последующем. Несколько лет подряд в Уфе идет некая реформа вот этой системы устройства муниципальных детских садов. Идет последовательная передача на аутсорсинг всевозможных функций охраны, уборки, ремонта зданий, помещений и в том числе стирки белья. Стирка белья для детских садов весьма актуальная проблема. Есть дети старших групп, младших групп, с разной периодичностью это белье меняется. В ясельных группах это белье меняется ежедневно. В общем, конечно, проблемы существуют. Раньше, в незапамятные времена, каждый детский сад стирал сам себе это белье. Там была костелянша, прачка и какая-то техника. Все это стиралось, сушилось, обратно возвращалось в оборот. Ну и было, в общем-то, достаточно замкнутой системой. Впоследствии, в последние годы, было решено передать это на аутсорсинг, и из детских садов исчезли прачки и костелянши, и вся эта функция за определенную плату была передана, ну, в Уфе, например, это трем компаниям, которые обслуживают весь город, а в городе Уфе 230 муниципальных детских садов, достаточно такой емкий рынок, и достаточно, на самом деле, хлопотный бизнес, возиться нужно много. Так вот, совсем недавно появилась странная идея не просто передать на аутсорсинг эти 230 детских садов в плане стирки белья, но и сделать так, чтобы это белье стиралось не на местах, а увозилось куда-то и обстирывалось централизованно. Сейчас фирмы, которые имеют договора с детскими садами муниципалитета, арендуют помещение в каждом детском садике. В этом помещении работает их сотрудник, который обстирывает белье вот этого детского сада. Та схема, которую предположительно собираются вводить в Уфе, будет заключена в следующем. Все белье будет автотранспортом собираться, вывозиться куда-то в центральную прачечную, там стираться, потом возвращаться на места. И, в общем, вот так. Я подвергаю очень серьезному сомнению целесообразность этой схемы, и вот почему. Во-первых, появляется логистическое плечо, вот эта перевозка, значит, и доставка, учитывая то, что не круглый год у нас замечательно устроено все с возможностью доехать на там, газели или какой-то более или менее грузовой машине до детского сада, учитывая вот этот зимний период, когда проезды между домами у нас сильно заснежены и прочее, то есть неизбежно возникнут моменты опоздания, поломки автомобилей и так далее. Неизбежно возникнет проблема с пересортицей и ошибками приемки сдачи этого белья. Опять придется нанять в детские сады людей, которые будут заниматься этой сортировкой, выдачей и приемкой, а это значит затраты для муниципалитета. Фирмы, которые арендовали 230 помещений в детских садах, естественно, перестанут арендовать эти 230 помещений, а это прямой ущерб для муниципалитетов в части арендных платежей. В общем, совершенно непонятно, какое решение будет принято в июне 2019 года, когда будут заключаться муниципальные контракты на вот эту функцию для детских садов. И есть еще один аспект. Дело в том, что совсем недавно к своим обязанностям по курированию сферы социального вот этого всего устройства и в том числе работы детских садов приступила Алина Сулейманова, которая изменила свой статус депутата горсовета на статус заместителя мэра Уфы. Она курирует эти вопросы. Понятно, что Алина, наверное, не успела еще вникнуть до конца во все вот эти нюансы и такие вот частные вопросы устройства городского хозяйства. И в связи с этим, конечно, существует вероятность того, что решение, которое она примет, или примется решение при ее участии господином Мустафиным, будет не вполне разумным. Дело в том, что существует еще и опыт других городов, который указывает на то, что, как говорится, от добра добра не ищут. Например, Казань, попытавшись устроить вот эту вот функцию в качестве централизованного обслуживания, отказалась от этой идеи, и теперь белье опять стирают непосредственно в детских садах.
Например, Янаул и Уфимский район очень успешно реализовали схему стирки белья внутри детских садов и абсолютно довольны этой схемой. Более того, в Уфе так или иначе эта схема сейчас работает. И вот те опасения, которые я перечислил, конечно, беспокоят и работников детских садов, и директоров детских садов, и в первую очередь родителей. Родители обращались и в мэрию. Я мама, вожу свою дочь в детский сад номер 50 Кировского района. Детский сад очень хорош, персонал заботлив, за детьми смотрит, детки всегда довольны. Я переживаю за детский сад. Я узнала от других родителей, что начались проблемы со стиркой белья. Сотрудник, который занимался стиркой белья, его сократили, и он остался на улице. Перестали стирать белье каждый день. Дети нужду справляют каждый день. Белье пачкается, грязное белье складывают в мешок. Оно там тухнет, дожидаясь приезда клинику компании, что приводит к несанитарным условиям. Белье, которое забирали, привозят обратно неглажными, порой перепутанными, что иногда даже не довозят. До вывоза белья велся контроль за стиркой белья. Работал проверенный человек годами, и все было в порядке. Родители обеспокоены именно вот этими вот аспектами и рисками, которые наступят в связи с сменой этой схемы. И директора детских садов, они, конечно, люди зависимые и не могут выступать против там воли мэрии или своего начальства, но тем не менее соображение здравого смысла, конечно, никто не отменял. Но самое поразительное в этой всей истории то, что в случае замены одной схемы стирки белья на другую не обеспечивается никакой экономии для муниципалитета. Если бы централизованная стирка белья была бы выгоднее для муниципалитета, это было бы каким-то действительно очень серьезным, крупным аргументом в пользу этой схемы. Но дело в том, что стирка белья централизованным образом не снижает стоимости этой стирки. То есть мы, ну, говоря простым языком, меняем шило на мыло, да еще и получаем массу нехороших рисков, которые неизбежно реализуются в процессе этой новой схемы. Ну и стоило бы добавить то, что у нас есть город-эксперимент, город необычных решений, город Стерлитамак, в котором одновременно существует и та, и другая схема, в котором белье одновременно стирают и в детских садах, и централизованно. Так вот, стоимость белья, стирки белья в городе Стерлитамаке существенно на 25% выше, чем в городе Уфе. В общем, подводя итог всей этой истории, надо сказать, что мэрия Уфы будет вынуждена принять какое-то решение в июне 2019 года или даже раньше, когда начнут формировать условия этих конкурсов, этих контрактов. И я очень рассчитываю, что и госпожа Сулейманова, и господин Мустафин проанализируют всю вот эту ситуацию и примут единственно правильное, экономически обоснованное и практически правильное решение для того, чтобы детские сады города Уфы не попали в проблемную зону, чтобы не возникло вот это недовольство обслуживанием, чтобы дети не рисковали своим здоровьем, ну и чтобы родители были довольны тем, как их детей содержат в их детских садах. Напомню, что в Уфе 230 муниципальных детских садов.